Всем привет! В этом выпуске поговорим о Волге-21. Данный автомобиль выпускался с 1956 по 1970 год и изначально носил индекс М21, а позже с 1965 года стал называться ГАЗ-21. Вместимость салона составляла 5-6 человек на сиденьях диванного типа, оснащался бензиновым двигателем мощностью 65 лошадиных сил, имел 8 клапанов и 4 цилиндра. Расход топлива при смешанном цикле составлял 13,5 литров, имел механическую трехступенчатую коробку передач. Максимальная отметка скорости составляла 120 км в час. Волги использовались в такси за границей, особенно пользовались спросом данные автомобили в Греции, Нидерландах, Бельгии, Финляндии и Норвегии. Автомобили ценили за внешность и приспособленность к сложным дорожным условиям. В Финляндии такси началось с автомобилей Победа М20, но спустя время их заменили Волги. В 1970-е годы часто можно было встретить в таксопарках стран Западной Европы. В 1966 году партию автомобилей для работы в такси завезли в Колумбию. На заводе всего было выпущено более 600 тысяч автомобилей всех модификаций. Что скажете об этом автомобиле? Комментируйте видео, делитесь впечатлениями, подписывайтесь на канал и до новых выпусков, друзья. Пока!